Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. И сегодня мы с вами говорим на такую тему, как, собственно говоря, карта желаний и как ее реализовать. Многие делают какую-то карту, вы скажете, вы делали? Конечно, делала, и не раз. И в моей карте, еще детской карте, было обучение в большом городе, переезд, консультирование. Не сбылось ли это все? Все сбылось, друзья, с точностью. Я оказалась действительно в Москве, будучи рождённой в Симферополе, обучалась в Москве, да, переехала. Но мою карту приходилось переделывать несколько раз, и это действительно рабочая программа. Как работать с этой историей? Важно для себя определить моменты, которые на вас, собственно говоря, влияют. На кого-то влияет стресс, на кого-то влияет тревога, на кого-то еще что-то влияет, но для себя очень важно включать защитные механизмы. Что это такое? Если вы чувствуете, что в этом году вам нужно развиваться в другой сфере, менять карьеру, переезжать, что-то делать, действительно создайте для себя эту карту. Для кого это классно работает? Для людей, у которых визуально-образное мышление. Для вас это некая напоминалочка, которая просто качественно срабатывает в вашей жизни и дает вам максимальный толчок, толчок жизненный. И это также нужно и важно для тех, кто хочет просто получить в жизни то, на что он считает достоин. И как делать эту карту? Во-первых, выписать для себя то, что для вас важно. Второе, прикрепить визуально это. И третье, каждый день делать шажочек в отношении реализации своих целей. Бывает ли так, вы скажете, что ничего не делал, забыл вообще за эту карту, и все получилось? Вот у меня, честно говоря, так и было как с первой картой. Я наклеила все, что было для меня интересно, и это все сбылось, и эту карту нашла уже спустя 5 лет. И такие карты желаний классно работают для многих людей, которые действительно выбирают для себя счастливую и здоровую, собственно говоря, жизнь. Снова с вами я, Алена, вы на моем канале, на канале с психотерапевтом, клиническим психологом. До новых встреч, друзья!